Для них это прям, знаешь, как для червей в навозе, раздолье. Да. Большая куча, можно делать что угодно. Ой, а что это, что такое? Было это, братцы, давным-давно, предатели врагов пустили в наш дом. Да, ну это патриотические песни. Это лайв специального корреспондента. Специальная, да, это специальная съемка Соловьев лайв прямо от места событий. И полыхнули терема до хаты, заводы, ресурсы, земля все отнята. А давайте теперь послушаем одну из истерик Навального из зала суда. Сейчас выяснится, что он врет. 20-30 журналистов от разных телевизионных каналов и СМИ ждут возле Бабушкинского суда решение по делу о Навальном, об оскорблении ветерана Игната Артемьева, которому скоро будет уже 100 лет. Это уже политическое дело. Не по экономическим статьям его суют, а явно Навальный пытается накрутить себе именно политический ореол несчастного мученика в России. Потому что по экономическим предыдущим это не то. Ему нужно политическое. Для оскорбления ветерана Великой Отечественной войны.